Для мужика отсутствие секса норм, потому что ты мясо, ты приказы должен выполнять, чтобы тебе сказали, блядь, что делать, куда идти и кого убивать. Все, забудь, блядь, про женщину. Ты машина, бля, робот для выполнения приказов здесь. Хоть я женщина еще, ты что? Должен развивать себе патриотизм, блядь, и чувство гордости за свою страну. Хоть и женщина еще. Женщина еще. Можем выбрать женщину, накачать ее спермой, чтобы она родила таких же утырков, чтобы их можно было взять и отправить убивать кого-то. Все. Защищать Родину. Нехуй тут этой самой любовью заниматься. И что захотели? Он что, школа даром что-то прошла? Он что, в школе не научили Родину любить? Сейчас научат здесь. Просто так. Какой любви? Сейчас не до любви. Женщина хочет общаться. Военное дело изучай. Женщина. Ерундой не занимайтесь. Гуманизмом. Учитесь стрелять.